середине 30-х годов Европа наводнена тайными агентами Лубянки. На нее работают бывшие министры Временного правительства, царские генералы, артисты, многие из тех, кто считается цветом русской миграции. Белогвардейская контрразведка, в свою очередь, получает тайные донесения из Москвы. Театром действий необъявленной войны становится Париж. Странные смерти и загадочные похищения, сенсационные разоблачения. И в самом центре этих событий оказывается человек, профессиональные и личные достоинства которого кажутся безупречными. Самый молодой генерал Белой армии, командир элитной Корниловской дивизии, руководитель Русского общевоинского союза, наконец, муж легендарной певицы и одновременно один из самых ценных агентов Лубянки за всю ее историю. Без малого 10 лет он ведет двойную жизнь. Утро 26 января 1930 года. Париж. Из дома номер 26 по улице Расселе выходит крепкий мужчина средних лет с черными усами и в черном пальто. Он в штатском, но походка выдает военного человека. Генерал Кутепов, видный деятель белогвардейского движения, в 30-м году председатель Русского общевоинского союза. Перед выходом из дома Александр Павлович говорит жене, что отправляется на панихиду по генералу Каульбарсу в церковь союза гелиополийцев. Это в 20 минутах ходьбы. И добавляет, что по дороге у него запланирована встреча с хорошо известным ему человеком. Кто этот человек, генерал жене не сказал. Больше Кутепова никто не увидит. И с тех пор никто не знает о его местопребывании. Он скончался, умер. Похоронен на территории Франции, похоронен. Он оказал сопротивление, Кутепов, и был убит. В середине дня супруга Кутепова, обеспокоенная отсутствием мужа, поднимает тревогу. В его письменном столе находят записную книжку, где на 26 января имеется запись. Свидание с СК. Пропажу генерала, его соратники и парижская полиция напрямую связывают с этой записью. Но кто такой этот таинственный СК? Среди подозреваемых оказывается Николай Скоблин, один из руководителей Союза и ближайший соратник пропавшего генерала. Однако назначенный на место Кутепова председателем РОВСа, генерал Миллер сходу отвергает все эти подозрения. Скоблин? Никогда. РОВС имела в своих рядах 100 тысяч членов. Причем это офицеры действующей русской армии, то есть обученные, умеющие обращаться с оружием и готовые на все ради того, чтобы сбросить красных. Но они понимали, что в настоящее время никакого военного похода в середине 20-х годов на территорию Советской России, Советского Союза невозможно. Поэтому уделяли достаточно серьезное внимание совершению террористических актов на территории СССР. 10 мая 1923 года белоэмигранты Морец Конради и Аркадий Полунин убивают генерального секретаря советской делегации на Лозаннской конференции полпреда СССР в Италии Вацлава Воровского. 7 июня 1927 года белый эмигрант Борис Коверда выстрелом из револьвера смертельно ранит советского полпреда в Польше Петра Войкова. Белоэмигрантская печать объявляет это убийство актом возмездия за расстрел царской семьи, активным участником которого был Войков. Русский общевоинский союз не скрывает своей причастности к этим терактам и обещает новые. В Кремле понимают, за границей у большевиков появился сильный и уверенный в себе враг. Деятельность свою он продолжал разворачивать вовсю за счет белоэмигрантских организаций, которые находились почти во всех странах, граничащих с Советским Союзом. Причем исчислялось это тысячами людей бывшей белогвардейской армии, которая оседала и в Польше, и в Румынии, и в Болгарии, и в Югославии, и во Франции, и в Венгрии, и в скандинавских странах, и в прибалтийских странах. И представляли они для нас довольно серьезную угрозу. В ответ на убийство Войкова и Воровского
В крупных промышленных центрах Советского Союза организуются массовые митинги с грозными лозунгами. Население мобилизуют на борьбу с внешними и внутренними врагами большевистской власти. Но главную роль в этой войне должны сыграть спецслужбы. В апреле 1928 года в Брюсселе неожиданно умирает организатор Русского общевойскового союза барон Врангель. Официальной причиной смерти называют туберкулез. Но родные предполагают, что генерал отравлен братом своего слуги, большевистским агентом. На место Врангеля приходит генерал Кутепов. Александр Павлович Кутепов родился в 1882 году в дворянской семье. Во время Первой мировой войны командует ротой, потом батальоном, полком. Активный участник добровольческой армии с начала ее формирования. В апреле 1928 года возглавляет Русский общевоинский союз и объявляет бескомпромиссную войну большевизму. Нельзя ждать смерти большевизма. Его нужно уничтожать. Такими словами напутствует Кутепов офицеров-добровольцев, засылаемых в СССР с террористическими заданиями. И вот в 29-м году Кутепов, он развил настолько сильную деятельность, а его контрразведка стала влезать уже практически в отделы НКВД. И надо было как-то избавиться от этого. То есть надо было поменять самого Кутепова на кого-то. Смерть Врангеля не облегчила жизнь советским чекистам. У них появился новый беспощадный враг, способный в одночасье поднять против большевиков сотни тысяч штыков на территории всей Европы. Тихо вокруг, сопки покрыты мглой, вот из-за туч блеснула луна, могилы хранят покой. Сталин в жесткой форме требует действовать на опережение и обезглавить РОВС, как тогда говорили, взять врага на замахе. На Лубянке начинают искать пути устранения генерала Кутепова, а еще лучше поставить на его место своего человека. Это проводили операции люди высокой квалификации, огромнейшего опыта борьбы с противником. Они его, прежде чем провести операцию, довольно основательно изучили и сумели своих людей ввести. Для нас, для чекистов, ввести своего человека – это дело первостепенной важности. Летом 1929 года в Париж приезжает Петр Ковальский, опытный агент-вербовщик ОГПУ. Здесь, в столице Франции, ему предстоит отыскать своего давнего друга-однополчанина, одного из влиятельных руководителей РОВСа, мужа знаменитой певицы Надежды Плевицкой. Ковальский приглашает супруга в дорогой парижский ресторан, и в курительной комнате наедине он передает другу искреннее письмо от брата, оставшегося в Советской России и давно взятого в разработку ОГПУ. Смысл письма прост. Возвращайся домой, вам с женой помогут и гарантируют безопасность. Одна часть хотела вернуться на родину при любых обстоятельствах, а вторая часть, она хотела вернуться только после того, когда в Советском Союзе сменится строй. Но работа среди них тоже велась. Достаточно большое количество, когда офицеры возвращались, в том числе и генералы возвращались. Настоящим обязуюсь перед рабоче-крестьянской Красной Армией, Союза Советских Социалистических Республик выполнять все распоряжения, связанных со мной, представителей разведки Красной Армии, безотносительно территории. За невыполнение данного мною настоящего обязательства отвечаю по военным законам СССР. Бывший генерал Скоблин. Точно такую же расписку дает и жена генерала Надежда Плевицкая. Фермер и фермерша. Так теперь их будут называть на Лубянке. В самом сердце белоэмигрантской среды у ГПУ появляются два бесценных сотрудника. Впрочем, все имеет свою цену. Москва дает каждому из завербованных ежемесячный оклад в $200 и оплату всех долгов. К 30-му году генерал Скоблин в Русском общевоинском союзе становится правой рукой Кутепова. Задуманная советской разведкой комбинация выглядит так. Кутепов бесследно исчезает,
а через некоторое время, вполне логично, на его место приходит заместитель Скоблина. В роковое утро 26 января 30 года генерал Кутепов выходит из подъезда своего дома по улице Расселе и направляется в сторону улицы Севра. Весь его маршрут отслеживается агентами ОГПУ. На пересечении улицы Севр с бульваром Инвалидов происходит встреча со Скоблиным. После краткого разговора Кутепов резко меняет направление движения и возвращается к своему дому. С другой стороны, неподалеку стоит такси. Рядом с ним полицейские. И это ловушка. Переодетые полицейские, но это были наши люди. И как процедура была как бы задержание по подозрению. В машину втолкнули, увезли его на соответствующие квартиры и затем переотправили дальше. После исчезновения Кутепова советское полпредство в Париже в течение нескольких дней находится буквально на осадном положении. Русская война в Париже между белыми и красными грозит перерасти в настоящее вооруженное столкновение. Французская и эмигрантская пресса требуют обысков в дипмиссии и ареста советских сотрудников. Только через 30 лет советские спецслужбы признают свое участие в убийстве генерала. Бесследная пропажа Кутепова открывает перед его заместителем путь наверх. Тайный агент ОГПУ Николай Скоблин превращается в одного из самых вероятных претендентов на пост председателя Русского общевоинского союза. Если бы не записка, найденная в письменном столе генерала. 26 января – свидание с СК. Эти пометки в календаре бросают на Скоблина тень подозрений, так что занять освободившееся место не удается. Председателем РОВС становится генерал Миллер. Заступничество Миллера спасает Скоблина не только от подозрений контрразведки РОВСа. Ему поручается руководство внутренней линии. Эта служба занималась слежкой за подозрительными иммигрантами и подбором надежных сотрудников для внешней линии, то есть для работы в СССР. На Лубянке новое назначение Скоблина расценивают как большую удачу. Мы очень мало имеем сведений о деятельности этой организации. Она называлась «Внутренняя линия». И вот это небольшая, но достаточно профессионально действующая организация, ее деятельность до сих пор покрыта тайной, покрыта мраком. Архивы внутренней линии РОВСа, они до сих пор не раскрыты. За 4 года интенсивной работы он становится для советской разведки одним из лучших зарубежных агентов. С помощью Скоблина ОГПУ арестует 17 террористов, заброшенных на территорию Советской России, установит 11 явочных квартир. Особую ценность представляет информация о готовящихся покушениях в Москве на Сталина и в Швейцарии на наркома иностранных дел Литвинова. Велика роль Скоблина и в деле маршала Тухачевского. Именно он через германские спецслужбы подбросил в Москву документы о том, что маршал якобы готовит заговор против Сталина. С этих разоблачений в СССР начинаются массовые репрессии в рядах высшего офицерства РККА. Не обходят они стороной и Лубянку. Расстреляны 6 из 8 начальников внешней разведки. Как знать, может быть, именно ее успешные действия за рубежом и спровоцировали всплеск болезненной подозрительности Сталина. Вот с 27 года идет политическая борьба. И вдруг в эту политическую борьбу внутри верхушки кремлевской влезают наши белогвардейцы. То есть те белые организации, а их было много по всему миру, которые, увидев слабину Кремля, они решили нажимать на нее. Стали засылать своих эмиссаров, стали готовить восстание, стали подготавливать подпольные группы. В 1936 году Сталин назначает на должность наркома внутренних дел Николая Ежова, которому поручается ужесточить репрессии против врагов как внутри страны, так и за рубежом. Сталин напоминает новому наркому о том, что в Париже по-прежнему активно действует один из самых главных противников большевиков – Русский общевоинский союз.
и дает указание любой ценой нейтрализовать его лидера. По Миллеру это Ежов, при Ежове было это дело. Значит, он принимал, но он принимал с ведома ЦК партии и правительства. Это совершенно исключено, чтобы ОГПУ позволило себе самим принять такое решение и осуществить его. Ни в коем случае. Это все с ведома и с санкций, даже и по указанию, конечно, правительства. Товарища Сталина, может быть, не участием Молотова, несомненно. Успех предстоящей операции полностью зависит от действий фермера Николая Скоблина. Именно ему, пользуясь доверительными отношениями с Миллером, предстоит выманить жертву из своей канцелярии и передать в руки ОГПУ. Прикрывать Скоблина, создавая ему надежное алиби, должна жена, известная русская певица Надежда Плевицкая, фермерша. Ее разоблачение станет разящим ударом для всей русской эмиграции. Любимица публики, заставлявшая плакать на своих концертах Собинова и Шаляпина, и вдруг агент Лубянки. Невероятно. Надежда Полевицкая в девичестве Винникова родилась 30 сентября 1884 года в небогатой крестьянской семье в Курской губернии. В 13 лет после смерти отца ее определяют послушницей в Свято-Троицкий Курский монастырь. Но через 2 года она бежит оттуда и начинает певческую карьеру. Выходит замуж за артиста Эдмонда Плевицкого и в 1909 году после грандиозного успеха на Нижегородской ярмарке приглашается с выступлениями в Царское село и в Зимний дворец. На одном из таких концертов император Николай II в знак благодарности дарит Плевицкой драгоценный камень собственной руки. Перед революцией певица второй раз выходит замуж и вместе с супругом едет на Юго-Западный фронт, где выступает перед красноармейцами. Потом оказывается у белых и уже с их войсками проходит путь до Крыма. Там, в тифозном отделении Симферопольского лазарета, Плевицкая знакомится с командиром Корниловского полка Николаем Скоблиным. Смертельно больного офицера она вытаскивает с того света. Романтическая история заканчивается очередным разводом и новым браком. Он настолько в нее влюбился, что бросил, у него было 2 обозных жены, то есть официально и обозная жена. Он их всех бросил. И он официально женился на Плевицкой. В 1921 году Плевицкая и Скоблин венчаются в походной церкви лагеря для перемещенных лиц в Турции. Генерал Кутепов был посаженным отцом на этой свадьбе. Через некоторое время супруги оседают в Париже. Он занимается политической деятельностью в Русском общевоинском союзе, а она концертирует, исполняет народные песни и скоро становится для белой эмиграции символом потерянной России. Что могло заставить любимицу русской эмиграции пойти на сотрудничество с Лубянкой? Я думаю, что здесь, наверное, целый комплекс факторов. И деньги, и обещание помочь в карьере, что для певицы было не менее важно. Во Франции, естественно, они жили, естественно, связи у нее остались. Но она была как бы кротом, тем агентом, который спит. В день проведения операции против генерала Миллера супруги-террористы обязаны согласовывать каждый свой шаг. На Лубянке придумывают для Скоблина вроде бы надежное алиби. Надо быть все время на виду вместе с женой. Поэтому завтракать решают в популярном русском ресторане. Его держит давний знакомый семьи, и, конечно, тот должен хорошо запомнить. Супруги пришли вдвоем. Ложное алиби создавалось, но никто не мог предусмотреть, что Миллер, пойдя на эту встречу, оставит записку. И, конечно, здесь уже никакое алиби, даже хорошо продуманное, тщательно продуманное, оно уже здесь не могло сыграть никакой роли. После совместного завтрака в ресторане Скоблин везет жену на улицу Виктора Гюго в салон дамских мод «Каролина». Хозяин магазина знает певицу как постоянную клиентку. Но здесь задача посложнее, чем в ресторане. Плевицкой нужно пробыть в магазине не меньше 2 часов, убеждая хозяина в том, что муж все это время дожидается ее в машине неподалеку. На самом деле, пока жена выбирает наряды, Скоблин мчится на место операции.
Для похищения Миллера выбран 16-й район Парижа, где живут богатые и респектабельные французы. Тихие улочки, на которых почти нет ни кафе, ни магазинов, и значит, можно не опасаться лишних свидетелей. Скоблин завлекает своего начальника в ловушку, обещая тайную встречу с представителями немецкой разведки. Вместе они садятся в машину к незнакомцам, подъезжают к большому дому на бульваре Монмаранси, который арендует советская дипмиссия, и здесь генерала уже поджидают. Миллера усыпляют платком, пропитанным хлороформом, и уже через 5 минут из ворот дома вылетает грузовик с большим деревянным ящиком в кузове. Тем временем Плевицкая заканчивает подбирать наряды и торопится к мужу, который якобы ждет ее в машине. Любопытный хозяин выглядывает в окно и видит, как его клиентка садится в такси. И в ту же минуту в магазин влетает опоздавший Скоблин. На северный вокзал для проводов дочери генерала Корнилова супруги планировали приехать вместе, поддерживая план ложного алиби. Но все видят, что на самом деле они прибывают порознь в разных автомобилях. И это первый шаг к провалу. Всего предусмотреть невозможно, как поведет себя тот или иной человек, разведчик, либо агент разведки. Видимо, поэтому не смогли предусмотреть и не смогли, может быть, правильно отработать линию поведения Плевицкой, когда она, видимо, перенервничав, повела себя несколько иначе и покинула то место, чем была нарушена договоренность. Пока на северном вокзале Парижа происходит церемония проводов дочери генерала Корнилова, грузовик с бесчувственным Миллером стремительно движется из Парижа в порт Гавр. На советский пароход «Мария Ульянова» вносит деревянный ящик с якобы дипломатической почтой. Такой груз, естественно, не подлежит досмотру. Не завершив разгрузку, судно торопливо снимается с якоря и берет курс на Ленинград. Оно было уже далеко от Гавра, когда в квартире Миллера нашли оставленную на всякий случай записку. У меня сегодня в 12:30 свидание с генералом Скоблиным. Он должен отвезти меня на встречу с германскими офицерами Штроманом и Вернером. Свидание устраивается по инициативе Скоблина. Возможно, это ловушка, а потому на всякий случай оставляю эту записку. Это провал. Многим стало понятно, что произошло, что Миллер пропал не случайно, что это действительно была засада, что это была ловушка, к которой причастен генерал Скоблин. Вызванный ночью в штаб РОВСа на улицу Колизе, Скоблин понимает, отпираться бессмысленно. Злополучная записка, о которой он ничего не знал, моментально превращает его в главного подозреваемого. Получив подходящий момент, Скоблин бежит и навсегда исчезает из поля зрения недавних соратников по белой эмиграции. На следующий день в Париже разгорается скандал невиданной силы. Французские власти заявляют решительный протест советскому послу. Они угрожают выслать на перехват Марии Ульяновой военный корабль. Президент Франции вызвал нашего посла Сурица и сказал ему, что я сейчас посылаю эсминцы вдогонки за таким-то торговым судном, на котором вы увезли Миллера. Посол ответил ему в очень деликатной и вежливой форме, что вы идете тем самым на нарушение прав свободного мореплавания. Но обменялись не очень приятными репликами и замечаниями, и разошлись, но скандал был довольно основательный. Советский посол на полученный протест отвечает жестко. Именно французская сторона будет нести ответственность за задержание иностранного судна. Суриц также предупреждает: при любом развитии ситуации Миллера на судне все равно не найдут. Последний довод звучит крайне убедительно, и французы отступают, сохраняя Миллеру жизнь. К тому же слишком решительные действия могут сорвать налаживающиеся торговые отношения с Советской Россией. В общем-то, мы в 30-е годы Францию рассматривали как одну из стран, которая могла бы участвовать в формировании такой вот системы коллективной безопасности. Поэтому и подписали с Францией. 29 сентября
Пароход «Мария Ульянова» благополучно прибывает из Гавра в Ленинград. На следующий день пленного поездом переправляют в Москву и выдворяют в камеру номер 110 внутренней тюрьмы Лубянки. Подлинное имя нового заключенного засекречено, в сопроводительных документах он величается Ивановым Петром Васильевичем. Плевицкую французская полиция арестовывает через два дня после похищения генерала Миллера. Три недели допросов не приносят значимых результатов. Певица отвергает все подозрения. Но вскоре в ее доме, в Узуар-ля-Ферье, полиция находит важные улики. Личную Библию с шифрами для секретной переписки. Такие же шифры обнаруживаются и в записной книжке Скоблина. Это ясно доказывает причастность обоих к похищению генерала Миллера. Иммигрантский Париж в панике. Ну, для них это было неожиданно в двух аспектах. Во-первых, что так русская разведка спокойно, можно сказать, средь бела дня похитила генерала и вывезла его. Вторым шоком для русской эмигранции оказалось то, что генерал Скоблин сотрудничал с русской разведкой, и он оказался одним из участников этой операции. В общем-то, до этого момента генерал Скоблин среди русской военной эмиграции обладал неплохой репутацией. Для паники у лидеров русской эмиграции были все основания. В центре Парижа агенты Лубянки одного за другим безнаказанно похищают лидеров белого движения. А вскоре выяснится, что Кутепов и Миллер были не единственной целью советской разведки. Та же участь могла постичь и генерала Деникина. Вот стенограмма его показаний на процессе по делу Плевицкой. Председатель. Знали ли вы Скоблина? Генерал Деникин. Знал. Скоблин с первых дней участвовал в добровольческой армии, которой я командовал. Прокурор Флэш. Скоблин был у вас с визитом 22 сентября. Генерал Деникин. Скоблин, капитан Григуль и полковник Трошин приехали благодарить меня за участие в Корниловском банкете. В то время генерал Миллер был уже похищен. Не предлагал ли вам Скоблин совершить в его автомобиле путешествие в Брюссель на Корниловский праздник? Предлагал раньше два раза совершить поездку в его автомобиле, то было третье предложение. Почему вы отказались? Я всегда, вернее, с 1927 года подозревал его. Вы опасались его или ее? Обоим не доверял. Вы убеждены, что Скоблин был советским агентом, но доказательств не имеете. Генерал Деникин ответил «да». А вот еще один документ, письмо бывшего начальника контрразведки РОВСа Константина Глобачева. Он отмечает, что еще в 1932 году получал тревожные сигналы от своего агента с Лубянки. Он мне сказал, что в окружении генерала Миллера есть один генерал, который состоит на советской службе, и что если бы он назвал его имя, то все были бы весьма поражены. Имени он назвать не захотел, очевидно, боялся мести. Для меня была задача выявить этого генерала. Но как? В окружении Евгения Карловича было тогда много генералов. Нельзя же было всех считать предателями. Это правда, что в окружении Миллера было много генералов. Но правда и то, что Скоблин среди них был не единственным агентом советской разведки. Может быть, один агент, который давать такую информацию, которую не смогут добыть 10 агентов. Поэтому в разведке все измеряется не количеством агентов, а возможностями агентов. И скажем так, что советская разведка в 30-е годы во Франции располагала хорошими возможностями. В Лубянской тюрьме генералу Миллеру предъявляют обвинения: антисоветская деятельность, терроризм, преступления, совершенные в годы Гражданской войны. В качестве доказательств ему предъявляют записи разговоров с ближайшими соратниками в парижской штаб-квартире РОВСа. Их с помощью подслушивающего устройства делал еще один агент ОГПУ в белоэмигрантской среде, бывший министр Временного правительства Сергей Третьяков, снимавший квартиру этажом выше. 9 января 1936 года, 10 часов 55 минут. Миллер читает начальнику канцелярии РОВС донесение о возможности соглашения между Германией и Францией, которое может дать мир Западной Европе. Далее Миллер говорит о перспективах этого соглашения, направленного против России.
За 3,5 года непрерывной работы Третьяковым было переписано более 5000 страниц расшифровок деловых переговоров генерала. Разносторонняя информация, поступающая от Третьякова, позволяет органам советской госбезопасности контролировать всю деятельность РОВСа, выявляя каналы заброски террористов и их имена. Кураторы агента отзываются о нем так. Третьяков чрезвычайно умный и разносторонний человек, крепко связанный своим воспитанием и прошлым с купеческим миром. Пользуется хорошей репутацией в русских торгово-промышленных кругах, а также у руководителей белой эмиграции. Это ценный источник с большими перспективами. Цена вопроса – $200 в месяц плюс премиальные за спецзадания. Обвинения, выдвигаемые против генерала, крайне серьезны. Но еще год его уговаривают сохранить жизнь и подписать обращение к белой эмиграции с призывом прекратить борьбу против советской власти. После чего он должен выступить с разоблачениями на открытом процессе. Генерал отказывается. Какое значение могло иметь подобное заявление Миллера? В Париже следствие по делу о похищении генерала Миллера продвигается намного успешнее. Через год и 2 месяца во Дворце правосудия начинается процесс по делу Плевицкой. Французы возмущены тем, что русские эмигранты пытаются превратить гостеприимный Париж вместо своих кровавых разборок. Советских агентов надо жестоко проучить. Любимица публики в одночасье превращается в исчадие ада. «Пусть она сгниет в тюрьме», — пишет в эти дни известный публицист Бурцев. Как позже выяснится, тоже агент ГПУ. 14 декабря 1938 года — последний день процесса. 4-часовая речь адвоката и слезы подсудимой. «Я сирота». У меня нет свидетелей, но, видит Бог, я никому в этой жизни не причинила зла. Вердикт суда. За соучастие в похищении генерала Миллера, насилие над ним, а также за шпионаж в пользу Советского Союза приговорить Надежду Винникову по сцене Плевицкую, по мужу Скоблину, к 20 годам каторжных работ. Для 54-летней женщины это равносильно пожизненному заключению. Главный профессиональный итог в операции по похищению Миллера состоял в том, что советская разведка за границей могла провести самые разнообразные операции, в том числе успешные операции по похищению вывозу нужного им человека. Нужного не только для разведки, нужного в целом для руководства страны. Потому что, конечно, такие операции они проводились с ведома, согласия, а иногда и по прямому указанию Сталина. Генерал Миллер все это время проводит в лубянской тюрьме. Он по-прежнему отказывается от сотрудничества и понимает, что обречен. В марте 1938 года обращается за разрешением инкогнито посетить православный храм, поясняя, что вряд ли будет кем-нибудь узнан. «Я могу перевязать лицо повязкой, да и вообще мой современный облик штатского старика мало напоминает моложавого 47-летнего генерала, каким я уехал из Москвы в 1914 году». Ответа нет. Генерал просит передать в камеру хотя бы Евангелие, но ему приносят из тюремной библиотеки том из собрания сочинений Ленина. Судьба Скоблина долго остается неизвестной. Только много позже выяснится, как ему удалось бежать из Франции, преодолев усиленные полицейские и пограничные кордоны. Сподвижники по советской разведке вывезли его на специальном самолете в Испанию. Через советские газеты Скоблину дают понять, что назад пути у него уже нет. Все отчетливо выясняется в связи Скоблина с гитлеровским гестапо и звериная злоба и ненависть, которую питал Скоблин к Советскому Союзу. Из заявлений директора одного из парижских банков, где Скоблин часто менял иностранную валюту, вытекает, что источником средств Скоблина являлась гитлеровская Германия. Точные дата и обстоятельства смерти одного из самых ценных агентов Лубянки так и останутся неизвестными. Предполагается, что в 1938 году во время гражданской войны в Испании он попал под авианалет в Барселоне. Последний документ, подшитый в личное дело заключенного Иванова, Миллера,
акт о приведении в исполнение расстрельного приговора 11 мая 1939 года в 23 часа 5 минут. Очевидно, старого генерала застрелили в подвале московского крематория на территории Донского кладбища. Здесь же, вероятно, были и тайно захоронены его останки. Закрытым указом Президиума Верховного Совета Союза СССР за самоотверженное и успешное выполнение специального задания правительства товарищ Шпигельглаза награжден орденом Ленина. Товарищи Косенко, Гражуля, Афанасьев и Судоплатов – орденами Красного Знамени. Награждение участников инициирует лично нарком НКВД. Сам Николай Иванович Ежов тоже награжден орденом Ленина. На церемонии он возбужден и буквально зацеловал вручавшего ему орден Калинина. Награждать чекистов было за что. Похищение Миллера нанесло оглушительный удар по Русскому общевоинскому союзу, который после этих событий стал стремительно превращаться в отжившую свой век организацию. Надежда Плевицкая проживет в заключении всего полтора года. В тюрьме она впадает в депрессию, почти ничего не ест, изредка пытаясь что-то писать или напевать вполголоса. Здоровье узницы катастрофически ухудшается. Ей приходится ампутировать ногу. А через две недели, 5 октября 1940 года, узница 9202 умирает в своей тюремной камере. На Лубянке получает сообщение из Парижа. Перед смертью ее исповедовал православный священник. Есть основания полагать, что исповедь, в которой она все рассказала, была записана французской контрразведкой с помощью скрытых микрофонов. Тайная война спецслужб продолжалась.